22 февраля 2018 год. Бакинская, 28А. Горсвет по требованию прокуратуры Кубинского района постановил освещение во дворе. Бакинская, 28А. После того, как было написано несколько обращений с мая 2017 года, никто не реагировал. Бакинская, 22. Также вот несколько фонарей установили, несколько, 6. Что мешало им до этого сделать, непонятно. Или кто-то, может, мешал. Бакинская, 20, и двор Бакинская, 24. Все, вот огромная благодарность сотрудникам прокуратуры Кубинского района и в целом городу Самары. Ну и вообще по России национальный лидер Владимир Владимирович Путин встречался с представителями прокуратуры с просьбой присоединиться к зачисткам тех людей, которые мешают развитию экономики и развитию России в период военных действий, которые мы ведем в Сирии и на оккупированной территории Украины. Сражаются наши добровольцы и жители Донбасса. А мы здесь сражаемся. Вот как видите, побеждаем.